Ford Fiesta МК7. Как снять переднее крыло? Два винта находятся снизу крыла, их сразу видно. Один винт находится вот в этой зоне. К нему доступ легкий после того, как отсюда вынимается шумоизоляционная вставка. Винт сверху, здесь его видно. Здесь крепление. И самое коварное крепление находится вот здесь. Сейчас я попробую подсветить этот болтик. Вот его видно. Этот болтик я кручу ключом на 10. Либо вот такой сточенной части, либо рожковой части. Переставляя его по полоборота. Достаточно выкрутить болтик на пару оборотов. Крыло освобождается. Там не круглое отверстие, а прорезь. И крыло можно выдвинуть вот туда вперед. Но для того, чтобы его выдвинуть, еще мешает вот та пластиковая часть. Вот та. И сейчас я ее срежу канцелярским ножом, так как сама деталь вся вклеенная. Вытащу крыло и покажу этот болт на снятом крыле. Снято, как видно, оно имеет вот такую прорезь для того, чтобы крыло снимать в бок полностью, не выкручивая болт. Вот еще одно крепление. И вон вдалеке виднеется тот болт коварный, а чуть выше срезанная пластмасска. Всем удачи!